кукольный театр Хохлама. Упс. Хохма. Вы знаете, супружеский долг не имеет ничего общего с займами и кредитами. Его не берут и не отдают. Супружеский долг так и подобен музыке. Его исполняют. Сарочка, дорогая, ты не видела, куда я положил журнал? Там кроссворд интересный. Моня, ну, как что-то найти, то Сарочка, дорогая. Так как в постели, подвинься и не храпи. Я не права? Сара, ну что ты от меня хочешь? Как только я в сексе перешел на тренерскую работу, тебе вдруг сразу захотелось стать олимпийской чемпионкой. Раньше, когда я был сильным практиком, у тебя все время болела голова, как будто твоя голова была задействована в этом процессе. Моня, возьми свой журнал и не морочь мне то, что не морочится. И что это за кроссворд какой-то странный? Все слова из трех букв посредине «у». Откуда я знаю? Будешь со мной решать? Попробуй, читай. Так, город Костромской области. О, я знаю, Сара, я там был. Это Буй. Ой, какие названия городов. Какие-то проблемные. Почему ты так думаешь? Буй? Это еще и поплавок. Слушай, ты мне что, собираешься всю энциклопедию рассказывать? Или кроссворд будем разгадывать? Ладно, молчу. Дальше. Он находится ниже пояса. Кто он? Ну, слово из трех букв посредине «у». Сара, это не то, что ты подумала. Ну, что же может находиться ниже пояса? Ты сказала, он значит... Ничего не значит, Сара. Это пуп. Пуп это. Так, идем дальше. Его можно оторвать. Опять его. Снова из трех букв. И, как всегда, «у» посередине. Да. Подскажу тебе, дорогая, то я вижу, у тебя мысли двигаются только в одном направлении. Скажу сразу. Это кушай. Ты не скажи честно, Муня, ты этот кроссворд купил, чтобы тебя позлить? Не вообще разговаривать. Ладно. Господь дал человеку один язык и третье ухо. Для чего ты его слушал? Два раза больше говорит. Чьи мой, дорогая, будто время всего. Ошибся. Ты говоришь, ты слушаешь одновременно. Тогда я, Муня, пока хочу. Дальше. Бывает. Бывает. Вам, ну, сейчас был белым, красным, синим, чаще всего буквы и «у». Это, например, если посреди прыщи, наверное, да. То чем-то глаза помнить. За, смотришь, все подними одно и то же выше. Что ты, ну, время ваше, это так место быть. И что, а попой может, дорогая, я его мимо тебе не шутил. Да, я красный, краткий, приводил круг, сладкий. Ты мне, не скрыма, только лук приводил. А что? Я мою, не тут ходи к врачу, учитывая историю болезни. Вот. На шейку вспоминать. Дальше продавать. Итак, первое перед вторым. Я это знаю. Это суп. Хотя почему первое? Суп-то мужского рода. А, ну ладно. Вот следующий вопрос. Может стоять 100 лет. Ты что-то видел, чтобы стояло 100 лет? Да, Сара. Дуб. Дуб стоит 100 лет. А, вот в чем дело. Это все? Нет, на нем можно сидеть. Моня, опять это твои сексуальные фантазии пошли? Сара, это сук. А. Дальше. Иногда стою, чаще лежу. Кто я? Это ты, Моня, у меня спрашиваешь? Нет, тут написано. Кто я? Ну. Вот и ответ. Готов. Это ты, муж. Целыми днями лежишь на диване, поднимаешься только для того, чтобы поесть. Да ведь слово «муж», скорее всего, женщина придумала. Три буквы, посередине «у», а по бокам «м» и «джо». И ведь каждая из букв имеет свое значение, дорогой мой Моня.